Химки Подмосковья провели свой 7-й матч в Суперлиге. В этот раз химчане приняли на своей площадке гостей из Ярославля, команду «Буревестник». Игра не заладилась с самого начала. Уже к середине первой четверти разрыв в счете составлял 9 очков, а к большому перерыву разница увеличилась до 15. В этот раз на помощь «Химки Подмосковья» спустили игроков из основной команды. Однако чуда не случилось, им не удалось повлиять на ход матча. Как отметил главный тренер, связано это с несыгранностью. С нами игроки первой команды не тренируются, а их надо выпускать. Ну, естественно, когда вместе не тренируешься, это идет разлад. И, то есть друг друга надо понять, к этому надо все равно в любом случае тренироваться вместе. Поэтому вот... А надо им давать игровое время. К сожалению, догнать ярославцев химчанам не удалось. Матч закончился очередным поражением желто-синих. Финальный счет составил 92-73. Проиграли мы первую четверть и третью, особенно в третьей. К сожалению, вот мы упустили, минус 20 стало, и уже очень сложно было догнать, особенно такую команду, когда каждый может забить, каждый что-то вносит.